Сегодня в Катамансийске начал работу детский военно-патриотический лагерь «Юный Росгвардеец». Это совместный проект администрации, окружного центра и управления Росгвардии. Первыми воспитанниками лагеря стали 25 подростков в возрасте от 12 до 14 лет. Курсанты проведут 2 недели в палаточном лагере. Он находится в нескольких километрах от города. Здесь их ждут занятия по топографии, общей физической и медицинской подготовке, рукопашному бою и прохождению полосы препятствий. Обучением школьников займутся воспитатели кадетских классов, ветераны и боевые офицеры Росгвардии. Занятия, конечно, будут вести профессионалы, педагоги, но на всех занятиях практически, вот где будет какая-то практическая стоять, консультантами будут сотрудники Росгвардии, ветераны боевых действий, которые тоже мы привлекаем, это вот с нашей ветеранской организации, которые имеют жизненный опыт, которые имеют практический опыт, и как раз они будут показывать вот те изюминки, которые интересны детям, именно не по книжкам, а вот из слов, из рук, из показов именно вот этих профессионалов. Сложно. Непривычно. Первые сборы в моей жизни, поэтому это будет что-то новое.